Каждый хвалит тот вид спорта, которым он увлечен. Когда теннисисту предлагают сыграть в волейбол, он высокомерно улыбается и поправляет складку на своих белых штанах. Из этого ясно видно, что он считает волейбол занятием грубым, вульгарным, недостойным выдержанного спортсмена из непроизводственной ячейки. Городошники возятся у своих квадратов, бормочут странные медвежьи слова, тыка, ляпа, меч такованный медью дубины, когда они видят теннисный корт, над которым летает легкий белый мячик, их разбирает смех. Можно ли в самом деле заниматься такими пустяками? Итак, каждый хвалит тот вид спорта, которым он увлечен. Но вот на большом травяном поле, за амфитеатрами стадиона «Динамо», раздается хватающий за душу, томный, четырехзвучный судейский свисток, возвещающий начало большого футбольного матча. И разом все преображается. Где ты, гордость теннисиста, забыв про свои изящные манеры, про любимые белые штаны с неувидаемой складкой? Теннисист цепляется за поручни трамвая. В эту минуту он уже не теннисист, он барс. Оказывается, что под внешней оболочкой теннисиста бьется честное футбольное сердце. Он болельщик. Скорей же на трибуну, в гущу других болельщиков, в гущу громких споров о достоинствах состязающихся команд. Что за толпа бежит по улице тяжелой пехотной рысью? Ха-ха! Это поспешает на стадион бывшие ревнители городошной идеи, и на брошенной ими площадке сиротливо валяются богатырские дубины. Начхать городошникам на городки в этот высокоторжественный день. Футбол! Только футбол! Толстяки, манипулирующие буферными тарелками, подымают целые трамваи в стремлении попасть поскорей на трибуну. Они волокут за собой своих жен, объясняя им на ходу великую разницу между офсайтом и инсайтом. Инсайт, понимаешь ли, бывает правый и левый. Нет, отставай, не отставай. А офсайт, понимаешь, да ну что ты, ей-богу, там это... Торопись, ну, бывает справедливый и несправедливый. А жене хочется в кино. Ей трудно усвоить эти тонкости. Но футбол свое возьмет, и через час эта женщина будет кричать нечеловеческим голосом. Неправильно! Неправильно! Судья мотает! Вот возбужденно подскакивают на своей трибуне люди с серьезными бородками. Они плохо разбираются в футболе. Не тот возраст. Да и молодость прошла за преферансом по четверть копейки. Но оказывается, они тоже не чужды веяниям эпохи. Они тоже волнуются и кричат противными городскими голосами. Корнер! Корнер! Игра началась. И судья осторожно увертывается от тяжелого и быстрого полета мяча. Игроки скатываются то к одним воротам, то к другим. Вратари нервно танцуют перед своими сетками. Трибуны живут полной жизнью. Уже вперед известно, по какой причине трибуны будут хохотать. Первым долгом мяч угодит фотографа. И именно в то время, когда он с кассетой в зубах будет подползать к воротам, чтобы заснять так называемый критический момент. Сраженный ударом, он упадет на спину и машинально снимет пустое небо. Это бывает на каждом матче, и это действительно очень смешно. Затем несколько десятков тысяч человек засмеются над волнением одного суперболельщика. Забыв все на свете, он поднимается с места и кричит: «Ваня, сажай!» А так как Ваня не сажает, а мажет, и мяч удаляется о штангу ворот, то суперболельщик начинает рыдать.
Слезы, слезы текут по его широким щекам и капают с длинных усов. Ему не стыдно. Он слишком потрясен поведением Мазуна, чтобы заметить, что на него со смехом смотрят 20 000 человек. Наступает последние 15 минут игры. Напряжение достигает предела. Поворотом бьют беспрестанно и не всегда осмысленно. Команды предлагают бешеный темп. Трибуны кипят, болельщики уже не хохочут, не плачут, они не сводят глаз с мяча. В это время у них можно очистить карманы, снять с них ботинки, даже брюки они ничего не заметят. Ну, что же касается людей, не занимающихся специальной физкультурой, то посещение футбольных матчей до невероятности укрепляет их организм. Посетитель футбольного матча проделывает в жизни все упражнения на значок «Готов к труду и обороне». Закаленный болельщик вполне готов к выступлению на мировой спартакиаде в качестве участника. Он поставил ряд мировых рекордов в ниже следующих областях. А. Бег за трамваем по сильно пересеченной местности. Б. Прыжок без шеста на переднюю площадку прицепного вагона. В. Поднятие тяжестей. Переноска сквозь толпу на вытянутых руках жены и детей. Военизированный заплыв. Сидение на трибунах без зонтика под проливным дождем. И только одного не умеет болельщик. Играть в футбол. Зато он очень любит его.